У вас главный бой. Формат боя 3 раунда по 2 минуты. Слушай меня внимательно, покажите красивый, честный бой. Пожали руки по углам. тысяч подписчиков в Телеграм. Это одна из самых знаменитых блогерша. Как она нападает, смотрите. Напоминаю, Берко, мышцы такая, натренированная. А Иришка Чики-Пики наполненная, натренированной водкой. Фу-ху, столько ударов от мужа получил, наверное, поэтому просто так не упадет. Тем не менее, мягкое, холеное личико Берковой и Иришка Чики-Пики оказывается в партере, но не дает себе ничего. Ай-яй-яй, сейчас попалась. Сейчас попалась на удушающее. Лишь бы там не было, руками не дала Иришка. Захватили, все. Она сейчас, Иришка, заснет, дорогие. О, Беркова, посмотрите. Даже ногами захватила. Ай-яй-яй-яй-яй. Думали, ну, шансы, мне кажется, маленькие шансы были на стороне Иришки Чики-Пики. 27-летняя молодая девочка. На вид она, кажется, взрослая. Она еще храбрая, еще хочет напасть. Что такое? Что случилось? Ты, блядь, только пить умеешь. Вдох, выдох, глубокий. Она проиграла и так. Какая она сколько-то. Основательница школы «Зеленого змея» не смогла одержать победу над представителем стиля «Боевое ведро». Честно говоря, глядя на этот бой, хотелось умыться мироместином. Это был первый раз, когда не Беркову придушили, а наоборот. Иришка всей своей мощью обрушилась на живот Берковой, чтобы из него больше ничего не появлялось. Да, это был настоящий эпик-файтер. Ну что? Как говорится, уважаемые зрители и те, кто нас смотрит на Ютубе, вы все видели сами. Удушающим приемом победу одерживает наша звезда Елена Беркова! Беркова! Ваши аплодисменты! Иришка, что? Давай, вам слово. Что пошло не так, чего не хватило? А у меня-то все хватило нам. Если бы она сверху на меня не села, я бы задавила. Еще. А она, кстати, села не сверху, а оказалась сзади. Так а не надо ей сзади-то подходить. Она что, пацан, что ли? Сзади подходить. Ну, мы у нее спросим, был ли у нее такой опыт подхождения сзади, конечно. А? Свой дом 2. Там и снимается, как ш**а была, ш**а так осталась. А вы, кстати, не хотели бы попасть в дом 2? Может быть, Елена вам поможет туда пробиться, если вы хотите? Вдруг бы вы хотели в дом 2, нет? Да нет, у меня свой дом 2 есть. Я видел, все понятно. Друзья, давайте аплодисментами проводим Иришку Чики-Пики. Леночка, ну что ты, давай пару слов, да, потом несколько таких вопросиков. Потому что фанатов много, у всех куча вопросов. Ну, обойдемся парочку. Во-первых, просто сначала эмоции. Охренительно, это был кайф, это было круто. Спасибо сопернице за не всегда спортивное поведение. А так, в общем, конечно, я получил удовольствие, как от всего, что я делаю. Спасибо тренеру, спасибо моей команде. Эпик файтинг, я желаю спортивных соперников. Я думаю, что это только начало. Все было круто, продолжайте в том же духе. Это... офигенная тема простых людей, неспортивных, привлекать к такому классному, здоровому мероприятию. Елена, извините, вопрос. Кого бы из звезд шоу-бизнеса, либо, может быть, кого-то других людей, вы бы хотели вызвать на бой, либо, может быть, у вас было желание с кем-то подраться? Ну, конечно же, Волочкову, как минимум. Мне кажется, неплохо. Будут прекрасны. Возможно, своего друга Джигурду, я знаю, у него уже есть опыт. Очень много, спектр не ограничен.
все. В общем, если что, мы можем вас ждать здесь еще и увидеть. Волочкова первая на очереди. Волочкова, берегитесь. Елена Беркова идет за вами. Давайте аплодисментами дадим шуму нашей победительнице главного боя. Ну что, это была Елена Беркова. Я не проиграла. Если бы мне надо было, я бы ей так наебала. С вами была Иришка Чики-Пики, все будет реально. Да, офигенно, просто супер. Конечно, были случаи, что я получила по голове. Но это прям осознанный, клевый новый опыт.